яркое ослепительное шоу. Значит, вот тут почин имеет место. Пришла первая записка. И сразу такое ощущение, что я на родине, потому что в этой записке, конечно же, написано «Селедку без лука». Вот, ну не знаю, может быть, как бы мы раскрылимся в конечном счете из-за того, что я так раздухаюсь, что ее прочту. Для этого ближе к концу пришлите мне грамм 75 чего-нибудь такого огненного. Может быть, это как бы меня пройдет. Селедочки. Вот, значит, я еще раз напоминаю, вот я сейчас уже не буду с тупой мрачностью, значит, вас грузить. Все будет повеселее, немножко пойдет. И начнется сегодняшнее, то второе отделение, вот с чего. Значит, в чем состоит обещанный мной сюрприз? Я, приехав сюда к вам, выступил на фестивале «Сахновка» или «Сахновка», в общем, кому как нравится, да? И на этом самом фестивале я познакомился с местным музыкантом. Он вообще-то полиинструменталист, но преимущественно играет на флейте. Его зовут Вова Мигутин. Он... Угу. Значит, и то, что сейчас вы услышите, я должен вам сказать, что мы ни разу не репетировали. То есть мы просто с ним прикинули фактически по телефону, какие вещи нам стоит сыграть. Вот. И что у нас получится, это, в общем-то, сюрприз для нас самих тоже будет. Вот. Но мы, в общем, решили не менжеваться и головой в омут кинуться и попробовать это дело, значит, осуществить. Вот. Ну, собственно говоря, да, такова преамбула. Вот. Преамбула. У меня, значит, как это? Дэвид Блейн, что-то мне сцикотно. Да, у меня уже мокро там. Ладно. Значит, ну... надо сразу сказать, что... ну, тут вот, в общем, я обещал несколько более легковесное второе отделение, но песни-то мы с Володей прикинули не самые легковесные, но мы сыграем их всего 4 штуки, а потом перейдем к всевозможной ерунде. Значит, что у нас там? Гимн, по-моему, первый, да? На колени пред ликом зари, омовение сердца в сиянии дня. 6 веков и я взыскую любви. Христус Рагнец, любовь затопила меня. Кто был мертвым, тот ныне воскрес. Камень гроба отвален, и нет его здесь. Самуэль, разомкни нашу смерть. Габриэль, прикажи нам смотреть. Михаэль, дай нам благо с небес. Руку мастер, мы можем лететь. Yeah.
тысяч знамен. Мастер, слушай, о чем он поет. Различивший хоть слово спасен. Сущный, единобеспременный.